помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, ответил на вопрос по поводу заявления Кремля о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана. Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно размещенных на территории Азербайджанской Республики на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерство обороны Азербайджана и России принимают меры по исполнению данного решения, сказал Гаджиев. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о начале вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана. «Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Других подробностей он не привел. Спросить, тут азербайджанские СМИ сообщают о начале вывода российских миротворцев из Карабаха. Действительно ли это так, известно, что это об этом? Да, это действительно так. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.